В эти минуты в Беларуси стартует командно-штабное учение вооруженных сил. Основная тема тренировок – подготовка войск для отражения агрессии противника. Это направление выбрано с учетом анализа мировой обстановки, где возникают современные угрозы. Главная задача – проверка уровня обучаемости органов управления, а также их способности координировать войска при выполнении боевых задач. На первом этапе будут отработаны вопросы управления и подготовки к отражению агрессии вооруженными силами Республики Беларусь. На втором этапе будут отработаны вопросы управления и практического применения вооруженных сил и военной организации государства с целью сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь. Учение завершится 12 сентября. Будут задействованы 6 полигонов. В маневрах примут участие 7500 солдат, 260 единиц бронетанковых машин и около трех десятков воздушной техники.